Металлическая форма забава для кулича. Произведена эта форма России, и обратите внимание, что если на китайских товарах нам пишут, из чего сделан товар, то на российских нет. Новые тряпки из микрофибры с принтом, размер 40 на 60 сантиметров от Bon Home. Производитель Китай, состав 80% полиэстер, 20% полиамид. Тряпочки приехали в различных расцветках, очень симпатичных. На этот раз они какие-то шелковистые, за пальцы не цепляются, стоят 55 рублей. Мне тряпочки очень понравились. В продаже высокие вязаные табуреты. Довольно устойчивая, но громоздкая конструкция. Стоят они 299 рублей. Кстати, в светофоре их продают дешевле. А это женские носки, у которых все позади. Стоят они по 77 рублей. Не смейтесь, я просто пошутила. Но у них действительно рисунок нанесен на подошве. Для чего он там? Интересно мне знать, кто его там увидит. Силиконовые коврики для ванн, которые я не люблю, потому что они меняют очень быстро цвет и от них очень-очень сильно пахнет. Все время, пока вы ими будете пользоваться. Вот как перестанут пахнуть, сразу пожелтеют. Вот такие симпатичные преддверные коврики по 199 рублей. Размер этих ковриков 78 на 48 сантиметров. Они не такие уж и маленькие. В них хорошо будет проваливаться и скапливаться пыль, грязь с обуви и какой-то другой мусор, но, наверное, затем его проблематично будет оттуда вытрясти. Производитель этих ковриков Китай, состав ПВХ. В магазине представлены в двух расцветках, серая и ярко-розовая. А вот эти коврики произведены в России, на ковровой фабрике города Санкт-Петербург. Это коврик принтованный, размер 60 на 80, тоже достаточно хороший размер. И единственный недостаток этого коврика, то что у него нету противоскользящего покрытия с обратной стороны. Ну и как мне показалось, эти коврики нарезаны из ковролина. Потому что рисунок на всех ковриках разный, а орнамент как бы общий. Еще одна новиночка, которая меня прям зацепила, и я чуть было не купила себе такую, но меня остановило качество этих косметичек. Выполнены косметички очень качественно, к швам придраться невозможно, все ровно везде, все хорошо. Качество, видимо, страдает из самого материала, из которого они сделаны. И причем самое большее пострадавшее это косметички золотого цвета. Именно тот цвет, который я хотела себе взять. Но вы сами видите, да, что тут как бы ловить нечего. Поэтому брать я не стала. А так косметички очень классные. Внутри есть кармашки. Швы, я уже сказала, все ровненькие, замечательно. Все, замочки работают отлично. Стоят такие косметички по 199 рублей. Еще одна новиночка, которая, возможно, не оставит вас равнодушными, и вы все-таки найдете деньги на ее покупку. Это зеркала косметические, вот в таком интересном дизайне, который очень подходит под косметические органайзеры, которые и сейчас продаются в фикс прайс. Зеркало устойчивое, сделано классно, смотрится отлично. Стоит такое зеркало 199 рублей в Китае. Обратная сторона зеркала увеличивает изображение в 2 раза. Для маленьких девчушек тоже есть обновки. Посмотрите, какие пушистые заколочки привезли. Выполнены они в форме такого цветика-семицветика. Заколочки тик-так, в наборе 4 штуки. Стоит, я думаю, будет 77 рублей. И вот такие настольные лампы, которые сворачиваются в такую небольшую таблеточку. Работают эти лампы от батареек и от USB шнура. Работает эта лампа от 3 пальчиковых батареек, которые нужно покупать отдельно. Имеет 3 режима яркости, сенсорную кнопку,
Шнур USB длиной 100 см. Освещать пространство будут 10 светодиодов. Также эта лампа имеет потайной ящичек, который открывается и получается зеркало. Вот так. В ящичке удобно хранить всякую мелочевку, сережки, колечки, таблетки. В общем, кто что. И, наконец-то, до нас доехали светильники для косметического столика. Светильники вполне себе ничего. Единственное, что мне не понравилось, что они все светят теплым светом. Я, например, люблю холодное освещение. В комплект входят две присоски для крепления светильника, кабель USB длиной 80 см. Светит 4 светодиода в этом светильнике. И работает он от 4 мизинчиковых батарей, которые нужно покупать отдельно, либо от USB шнура. Но если вы будете покупать несколько таких светильников на туалетный столик, тогда нужно продумывать, куда эти USB шнуры втыкать. Кнопка включения-выключения светильника находится на передней панели между двумя средними светодиодами. Стоит такой светильник 199 рублей. В целом он очень неплох. Ну а для совсем юных посетительниц фикс-прайса и для их игрушечных малышей привезли весенние коляски. Я думаю, что стоить эта коляска будет в районе 300 рублей, но это все равно дешевле, чем в других магазинах. Часы настенные Good Time, производитель Россия. Срок годности этих часов 10 лет. Работают они от пальчиковой батарейки, которая в комплект не входит. Материал, из которых сделаны часы, HDF, UFC краски, кварцевый механизм. Часы достаточно большие, впрочем, как и выбор этих часов в магазине, стоят 199 рублей. Резиночки для волос. В наборе две штуки, одна в виде простого пучка для волос, в другой искусственный волос заплетен в косичку. Состав Каниколон, производитель Китай. Тарелки пасхальные, рассчитанные на 12 яиц, сделаны они из пластика, производитель Россия. Стоят по 77 рублей, в продаже есть различные цвета, на середину тарелочки ставится пасха, а яйца раскладываются по кругу по ободку тарелки. Объемная пасхальная тарелка курочка стоит 149 рублей, производитель Китай, состав Доломит. Рассчитана на 5 яиц, которые ставить вы будете в эту тарелку на попку. Тарелочка симпатичная, но дорогая. Принтованные коврики по 199 рублей, производитель Россия, в новых расцветках. Нежные сиреневые цветочки на сером фоне. Очень миленькие, но опять же, это нарезка ковролина, как мне кажется, потому что рисунок на всех ковриках разный. Обработан край у этих ковриков хорошо, противоскользящего покрытия нет, размер ковриков 60 на 80 сантиметров. Коврики эти симпатичные, ухаживать за ними очень легко, они классно переносят стирку и пылесос хорошо с ними справляется, единственное, что нету противоскользящего покрытия. Крем для рук от Fanny Organics. Вес тубы 45 грамм, стоит 99 рублей. Это парфюмированные кремы, есть различные ароматы, лотос, опунция. Также есть крем с ароматом сакуры. Новые кухонные щипцы Otto Kitchen. Длиной 22,5 сантиметра, производитель Китай, сделаны из стали. Выдерживает температуру до 220 градусов по Цельсию. Идеальны для переворачивания продуктов на горячей сковороде и при выкладывании готовых блюд. Тефлоновую посуду эти щипцы поцарапают. Обратите внимание, что у этих щипцов деревянная ручка, которая подходит новой коллекции кухонных предметов.